Всем привет. Заходим в инст, ставим шкаф с манем людей. Стоит. А если меня из кого-то будет, ЧВК скажите, я буду сверху. Да, если что, тут кто-то АФКшит, я его сразу меняю и ты пишешь. Какой у тебя класс? У меня все классы есть. Это я поленом хотел пойти. Написан. Отлично. Симоним людей. Хоть, давайте пройдем за 2 часа с вот с этим трэшем, ЦВК, все. Для этого надо, чтобы вы поменьше фкашили. Тыкайте на сумму. Кокосина, давай в ДЦ. Челим, Элия, верующие хилы. Кто фкашит без предупреждения, не бьет трэш, отнимая сразу ЕП. Тыкайте на сумму, принимайте. Ты, Рашам, можешь пойти человек, который говорил про РК? Я вчера столбом ходил. Я суп варю. Не, ну в принципе я могу на Ильмуровского шамана дойти. Который без СПЛ. Сейчас суманим всех. Я так понимаю, вы с солчатом, дядь? Нет. Тут шаманов и кашет, сейчас, наверное, поменяем. Здесь всех суманули, если только кто-то не принял. Лара, у тебя нету КД. Так бы писала, что КД. Я захожу, мне пишет, за вами уже закреплено подземелье ЦВК. Понятно. Ладно, тогда. Обычно писала, когда сумасшедший человек пишет, то у этого игрока сохраненная копия подземелья. Белин, раздавай кулаки, уклонские каски и кресты. Вас не защитит. Могу хантом зайти, не знаю. Так хант тоже есть. Сова есть? Есть. Надпись? Есть. Да, да. Давай. Лоус, вставай, лети. Ауру сосредоточения поставьте. Пристабафа не вижу. Интеллекта. Ты будешь играть или нет? Если ты будешь АФКшить, я тебя поменяю, потому что ты хил.
Можете сумануть с камень на КД? Подожди, тут бой. Давайте волшебный поток, громовая пост и потрэш, который кастует это кольцо. Беги. Пока убьем, уже ты рестнешься, придешь. Слышишь, а можно пойти варом? Да. Валера, ты тут? Почему ты лежишь мертвым? Киша Инар, верующему по КД Апис Эли, следите за тем, как Инар от КДшится, по КД заливаем. Квазар, СС на Челима, по КД Далича, Блудик, СС на Аписа, по КД Далича. Орехи кидаю на Войда. Есть у кого-то рыба? Рыба есть у кого-то? Ладно, еще раз, на кого локу Лубику кидать СС? На музыку играл, не слышал. На Аписа. Квазар на Челима. Ставьте шкаф, сумоньте меня, Аписа. Только написали, кто на кого ролит, куда получаем ЕП. Кушаем рыбу. Кристы, кто бафает? Я сейчас бафну. Кушаем рыбу. Это Джерион ТВРК? Да, а что ты хотел? Джерион, если ты хочешь танком пойти, то, наверное, я тогда ШП зайду, или чё? А то у меня второй спектр. Хорошо. Заходи на ШП, я потанчу. Да, я просто снес спек АДК, у меня там ФДК и ЗОВов нету, как бы это бессмысленно. Заходи быстрее. Хорошо, что ты заметил, а ты в танке иду все время. Ну, он написал в ПМ. Ждем пока. Смотри,
этот, может, двойт пойдет хоре престом, а я пойду ДД каким-то. Надо два мейн сила. Это Шама или Шама ходит. Просто вот. Че вам, ребят, кто нужен? Да уже все, фуза. Ладно, если надо будет, Иршам, решить. Хорошо. Да, что, Олег, возьми, наверное, вон, человека Иршама. Так а ты все уходишь? Да, ну, бля, ну, типа, от меня просто профита Иршама не будет. Ладно, я понял. Кто там хотел за Иршама? Куку Вася? Ну, типа, да, тот самый. Заходи. Там, если надо будет какой-то ДД, кричи, я зайду там. Хорошо. Там тоже профита не будет особо. Да, для этого нам и надо 4 хила. Сейчас запущу комп. Пару минут. Тебе надо что-то с ребра? Шаман, Вася. Кто кулаки раздает? А мне нет. На роге. Спасибо. Он уже вышел с игры Криси. Он подумал, я только прочитал просто. Он подумал, что ты про него говоришь. Он про Куку Васю говорил, ладно. Давайте в третий лап. Я про него и говорил, как про ДДшника. Ну так, в шутку просто. Я подумал про Рестер Шамана, ты говоришь. Сколько у вас, ты заходишь? Да, комп запускай. Не совсем просто понял, что он имел в виду, профита не будет. Что там, волну пока вставать и цепух. Что он, видимо, подамажить просто хотел. Скинешь потом характеристики компьютера. Слишком быстро грузится. Что у тебя за комп такой? Как у меня, наверное. Старенький Атлантик уже. Прошло минуты 4.
Кого мы ждем, Олег? Походу уже никого. Спикну села, сейчас так пойдем. Ты где там? На каком процессе уже загружения? Вов, для Windows. Грузит Вов. Жесть. Какие компьютерные? Не должна ли грузить? Короче, я покурю, я покурю. Я уже две скурил. Уже минуты шесть. Уже минуты шесть прошло. Ну нет, не шесть. Пятое. Вон люди написали, на кого роли 19-25. Ну вот, когда мистер Джей написал, вот я начал комп пускать. Предлагаю перейти в другой канал РК. Кто может объяснить, напишая голос, сейчас у Васи. Вася. Все равно этот фон слышен. Вася, что ты скажешь на это? Ты читер? Какой читер? Это у тебя дети на фоне играются, малолетние? Да. Добрый вечер. Привет. Понимаю, почему сон до сих пор. Добрый вечер. Что там, рай есть какой-то? Да, раз старшемана есть место. Они. Блин, аккаунт загрузится, я не знаю. Да все, все уже догружаюсь, вот, осталось 10% этого в мир. Куда хоть меня? Чего 10%? Какие 10%? Блядь, что у тебя за ком? Жесть. Может, поэтому ты тупишь в игре? Все тормозит? Ну, какой 4 минуты? Мы ждали его 6 минут, чтобы ты потом отошел на 4. Короче, ладно, я могу пойти, плевать. Я похилю с тачпадом, блядь. Я уже кинул патику к Васе, он их не знает. Да, ну, кидай инвайт, я, короче, иду похилю, чтобы Джерриана обоссать, чтобы он не пиздел, что я не буду в топе, блядь. Давай, очка, ставь. А как ты Джерину обосишь, он танком? Чтобы, когда я буду в топе, я ему напишу все, что я о нем думаю. Короче, давай куку Васю с уманем уже. Он заходил 6 минут. Он принял патик вместе с тобой. Ладно, хорошо. Бля, ну если сейчас куку Вася 5 минут еще прогружаться здесь будет, то, наверное, ты пойдешь. Я не знаю, это, наверное, комп 2006 года должен быть. Бафы эти шамали. На моем ноуте, которому уже 7 лет, герой в жаре так не грузится, как у вас. Знаешь, кинь меня в последнюю пати, если чё, кем-то зайду на замену. Первый, я здесь в РК, слушаю вас. Кукувасик, кушай. Каску ему пристав, баф лапу. Меня так, блин, плохо, никогда не грузились. Чек на пол. Self-control, Билус. Нарексис. Лапы нет. Дайте лапу. 19-28.
Все, лапу дали, макрос на пол. Слава Иисусу, во веки веков, аминь. Тотемы под босса ставим. Кувася, я для этого тебя брал, чтобы ты дохнул. Бейте шипы. Челим, подымай его. Шипы играем. Луну сливаем. Танк на луне. Помогите луну слить быстрее. Встали все в центре, там где стояли сейчас РДД, боссы, милики, этот, шипы бейте. Все в шипы, шипы в центре как раз. Давайте, отходим от луж. Не подходите к ребру, стойте просто в центре. Отходим от луж, ждем еще одни шипы. Вот, шипы опять кастуют. Давайте, опять шипы в центре. Те три шипа в центре сбить. РДД бьют босса. Милики просто стоим, ничего не делаем. Вот, напротопали шип. Последний момент заметил. РДД сбейте, напротопали шип. Не вижу, где он вообще. Шипы играем. Поклон, ты где? Жесть. Убежали от луж. Опять шипы сейчас. Опять в шипы играем. Бесславия, спекайся в танка сразу. Сбейте, сука, шип. Да. Пошли дальше. Кувась, если ты так будешь умирать, я тебя поменяю. Дай одну минуту. Хорошо. Просто с пулом ждать тебя по 8 минут, потом умираешь на первой секунде. Это не красиво. Давай, сакрафайс, пошли бить трэш. Хватит оф и кашет. Олег, я же сказал в РК, что я отойду. Спасибо. У меня здесь катаклизм в Беларуси. У меня машина, сигналка сработала, я это шел. Так, бафайте шамана. СДПР гимноману. Ставим тотемы прилива. Паладины, все капли сливаем с пула по КД во время боя. Сова, звездопад с пула по КД до боя. Милики слева бьют трэш. РДД справа. 2 БДК слева. Протопал справа. Первый на пул даем Кенчу на первой пати БДК. Второй на пул на Тщеславии. Сакрафайс, давай еще один гейм. Что давай, гим на хп? Нет. Звездочку бьем. Ну вот это зря вы так сагрили, это никак не сэкономит нам время. Звезду бьем. Беги, малышка, беги! По максимуму. Мы контролем паладины, станы, пури, кефир, можно кидать его на первой, третьей волне контроля. Листы постоянно эфирим. Маги, поставьте, пожалуйста, этот столик. Так, я думаю, можно начать уже. Что буква Симона нет, это его проблема. Залили инеры шаманом. Было два гимна.
там где был. Все в трэш играем. Все сыграли в трэш. Слили капли. Звездопады должны были быть слиты. Следим за контролем. Справа добить трэш. Как ты зайдешь? Убить моба в центре. Миша Киша, поднимай Белоуса. Трэш новый вышел. Все в трэш играем, никакого босса. Посмотрю, кто не бил трэш, получит ГП. Забафали Вара. Пристабав лапу каску. Все в трэш играем. Контроль смотрим. Контролим людей сейчас. Нас контролили игроков. Трусы приоритет контролем. Трусы законтрольте, стан сейчас пропадет. Трусы контролем. Никакого уе, когда людей контроль кидает. Так, у нас не будет на пула. Хан куда-то вылетел. Играем без на пула. Все в трэш играем. Трэш новый вышел. Трэш убиваем, переводим леди. Контроль 3 секунды. Контролим сейчас людей. Никакого ведомого. Трусы в контроль, квадрат в контроль. Переводим леди. На Рексис напуливает на Джерриона. Так, тщеславие. Давайте все в трэш играем. Все рейндж набрали, РДД хилы на рейндж, встали 8 метров друг от друга. Играем в трэш, следим за духами. Идем бить леди. Духи вышли, проводи леди. Выводи леди. Кто-то хорошенько взорвал. Так, контроль сейчас будет. Готовимся контролить. Уводи леди от законтрольных людей. Квадрат законтролил. Уходим от духов. На пул на тщеславие. У Джерина 5 стаков. Отлично, тщеславие взял, молодец. Продолжаем бить леди. Так, трэш вышел. Все в трэш сыграли, отбежали от духов. Вели капли паладины, звездопады. Продолжаем бить леди. Напуливаем на Джерриона. 3 стака у тщеславия. Контроль 3 секунды. Стопаем АУЕ дамаг. Контролим игроков. Трусы. Трусы, квадрат. Луна точнее. Гимна ХП Кокосина. Чилим сколько КБР? На КД сколько? Бейте трэш все. Отводи от духов, леди. Контрольте игроков. Квадрат законтрольте, милик. Диспельте ход и следи. Уйди, леди, за контрольных игроков. На Белине, леди. Сальву на себя дай. Боб на себя. Вы осознали бессмысленность своих действий? Отбежали от духов, играйте в последний трэш. Добиваем трэш, а потом босса. Бежали от духов. Контрольте игроков. Два вихря должно быть, эфиры. Танка в контроле кинула. Бежали от духов.
Укусы на диспель болезни. 5 стаков на Джереоне. Тщеславие, пробуй набить игру. Все, трэш не бейте, добивайте босса. Опять это кто-то использует. Контрольте последних игроков, добивайте босса. Вихры покидайте. Щит земли с диспельте. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Идем дальше. Скажите, кто взорвал духов? Писал. Белёв, сын Арекс. Али, у меня тут ДЦ осталось или ШП спрятать? Костя, спрыгайся, бейте трэш, пока лут разроля. Ну, больно. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Мне нужна цель. Мобов убейте сзади. Сзади пару малов. У меня в скиде не отображает этот дух, который наносит урон игрокам. Да, скорее на Рексис и этот вар повзрывали духов. Я вижу, что ты пишешь. Идем бить трэш слева от портала. Блять, моб слева, убейте сзади моба. Сказал же все. 5 минут назад. Должен бой спасть. Нет, не спал, идем бить трэш. Спал вроде. Нет. А, мне нет, Паш. С двух сторон, да, надо бить. Не достаю. Слишком далеко. Кто должен попасть? Вешается, на потому что кто-то ауе бафы дает. Да, все пропал, идите все на корабль, я сейчас разрулю лут на леди и заберу точнее.
там поставить очков и суманете меня. Не планируешь Элема делать? Маракс, дай столик. Ну да, ты же вроде как у Васи. Я запускаю босса. Дай перед тобой. Ну, сейчас должны дать. Делаем Элима вместо Рестер Шамана, нормально будет. Каску по паладинам еще раз дайте, пожалуйста. Все бафы есть. Что это там вдалеке? Кто? Две минуты всего. Кто, две минуты? Конский каску по крестам дашь и по себе дай. Конский ты тут? Друг. О, спасибо. Привет, Нич, как дела? Здорово. Не знали, что не зайдешь, что вот собрали рейд, пошли. Зашел. Куда? Только вышли? Ладно, да, в ЦВК пошли, так и быть. Давайте, перелетаем. Маг появляется, идем бить пока вот этих дурачков под названием оружейник. Мне пустует бомба на нашем корабле, метки, короче, вешают, неприятная штука. Третья, какой ты левел? 24. Джерин, прилетай, я выживу. Двадцать четвертый. А 120-й ты будешь, когда все будут 150-й? Эпис, поднимай. СДП. Почему он убивает? Потому что ты стоишь с ним рядом. А у этого босса есть обилка, рассекающий удар. Понимаешь? Так, если я и не рядом стою, он тоже все равно меня убивает? Ну, да ты... Не он тебя убивает. Я играл рядом с боссом, я вот видел. Не знаю. А, наверное, он тебя еще убил, потому что ДК перелетел. А ты остался на корабле. Давайте бафы заново по престу. Когда человек какой-то умирает, сразу его бафайте. Прилетаем. Мы не тратили время на ребафы. Это лишние 10-15 минут. Вот это брейдинг. Прыгни с корабля, а тебе портанет обратно на корабль. Поздно это сделал. Сейчас поставим шкаф с умами. Сразу бафаем шамана. Рыба стоит. Маракс, дай столик. Перейди на мою сторону.
вместе мы разрушим на плечи и во славу короля лича. И престан, можно крест? Чё знаю. Потолок. Сейчас все раздам. Сейчас самому тебе. Так, все играем в трэш. Абсолютно все. Надеюсь, мы не вайпимся из-за этого. Так, заново бафать и престов. Каску. Лапку интеллект. Кому еще крест? Я пообещал его матери, когда она умирала. Интеллект дайте. Заново интеллект. Умер бы я или выжил, остался бы цел и чист. Сегодня я исполню обещание. Котя ПР. Наверное, с этого рублей. Крест по шам дать? Да. Оперативно рост даете. Готовимся трэш сливать. Появится через 2 секунды. Давайте все в трэш играем. Кишик, прожми позже. Почему Сурок убивает Редрика? Кишик, поднимай Беллина. Давай. Коски дашь ему каску, кулак по себе, лапу дайте еще. Интеллект. Сейчас еще один трэш. Все в трэш сыграли. Луну забирайте на себя. Два трэша. Трэш появится через 3 секунды. Давайте в трэш играем. Пришло время дать сакру. Человека с метками. Так, давайте все в струка играем. Трэш не переключаемся. Открываем портал. Обычные печеньки надо кому-то? Никому. Какой общий ДПС? Кто-то смотрел уже? 290. Сколько? 290. Потому что у меня 4 хила сейчас. А будет в ДД, что ли? То есть фотон в ДС что-то был. Портал открыт. Было бы 305, наверное.
Все, пошли за Валькой. Олег, я отойду? Я не все это... Маш, куда ты постоянно отходишь? Кандин. Проблема так, 3 хила есть, ничего страшного. Тут Вальку можно сагнуть тоже. Тоже сагнул, я смотрел. Добейте этот хлам, который присоединился. Лут разрулим, когда будет возможность. Убрать его руку. Даем по кольцу, да, и точечно вальку убираем. Все бафы есть на Белине. Крест. Крест сейчас. Уже поднял 120-й. Нет, пустил. А вот я кулывал. Чё доебался тогда, блядь? Ну, думал вместе покачаться. Я, ну, что-то упустил из внимания, что ты в Беларуси, блядь. Ты что делаешь? Блядь, ну-ка, профу знаешь, качать, бегать, руду эту искать, копать, пиздец. Плюс ювелирка неплохо жрет, так ее. Я не знаю, о чем ты. У меня до сих пор проф нет. Да хоть одному персонажу что-то качну. Ты, блядь, еще персонажа не качнул, чтобы проф ему качать. Слушайте, ребята, вы когда-нибудь прожимаетесь на трэш? Это вопрос к ДД, который юзает обинки, там, копию, жажда крови. Я на вальку все отдал. Имею в виду прожимки, которые усиливают ДПС, или только на боссах прожимаете это все? Ну, я тебе говорю, я на магии копии на вальке жму, на псах обычно. Мне кажется, обычно у нас люди прожимаются только на этом, на боссе. Поэтому у нас так трэш медленно сливается. Там бонуска упала. Из личного опыта скажу, если ты прожался на трэш, ты умер. Нет, никто не умирает на трэше, если есть адекватные танки, хилы на пул. Ты спроси, они на пул прожимают? Ну, не знаю. Просто если представить, проходить трэш как боссов, например. Все максимально играют, по максимуму. По-моему, это ускорит, наверное, прохождение на статах. Можно в рекам просто посмотреть, то как бьет все. Просто от одного босса до второго, например, от сурка до гнилого, проходит минут 10. За это прожимки откатятся два раза. Минимум. Три. Войта, как у тебя дела, Славик? Нормально. Ты уже признался родителям, что ты есть? Нет. Ну, ты крепись там. Нам не привыкать. Не, не он там сказал, ты... что на Апсирусе играет, им уже этого достаточно. Хорошо, пошли. Ну, такое.
Не-не-не, остроумно было, чё. Ну, что Сириус, что в циркл. Одного поля ягода, да? Ну, что-то... Да, в этом роде. У вас рта говна, только одно побольше, другое поменьше. Давайте быстрее займем трэш, тут спрели сидит. Так, смотрим, кто на рейндж будет. Потон, Сакрафпайсер, СДПР, Войд Хилл, какой на ты в ДЦ давай. Кажется, мы не захилим в 3 хила. Апис Миша Киша. Тоже это 6, протокол 7. Хаба 8. Кто из вас демон, кстати? Я. Yeah. Что ты под боссом будешь? Не, давай я на рейдж. Ну ладно, тогда выводить под боссом. Расскажу, где вы будете становиться на рейнже. Весь смысл в том, чтобы стоять два человека с дистанции в 12 метров и просто влево-вправо уходить. Ноги уже появляется. Так, Фотон, Сакрафайсер, стойте у ворот. С ДПР хаба слева от босса возле кузницы. Аппи сводит хил справа от кузницы. Миша, Киша и Квазар позади босса возле кузницы. Просто вам нужно будет только одно сделать. Появляется лужа, вы отходите влево. Пропадает лужа, вы обратно туда заходите, где стояли раньше. Чек на пух. Да, никто не будет блевать по 5 раз. Кушаем рыбу, у вас есть 12 секунд. Какого Вася поставишь в центре тотемной силы природы? Все, пошел макрос. Рост. Ладно, рост. Хилим Фотона. За спину перебежали. Лужи, Фотон. А, все равно вы неправильно стоите уже. Хотя, у нас идет. За спину перебежали. Лужа выливается. Сейчас будет большой слизень. Через 10 секунд. СДПР, прожмешь уход в тень, скинутся стаки. Забирай большого слизня, чешки прожали. Лужа выливается, опять смотрим. Апис, прожми кожу. Килим Аписа. За спину перебежали. Новые лужи появляются, смотрим. И хаба. Хаба, держи капу, хабу хилим. Хаба вообще нет прижимок. За спину перебежали. Глыбу прожимаем, рак, снова лужи, хаба, под тобой лужа. Дальше отойди от лужи. Тоже глыбу. Self-control, глыба где? Да. Большой слизень сейчас будет. Мини-зона. За спину прибежали, чешки отдаемся. Забирай большого. Миша Киша, прожми кожу.
Зарин решил напрячь его, ладно. Добиваем так, значит. За спину перебежали. Бабл, если есть. Уже, уже. Вижу. Отбежали от взрыва, все на рейндж выходим. Все на дистанцию вышли, сакру прожми, взрыв идет. Добивайте на расстоянии, босс может уже медики не сбегаться. За спину перебегайте. Значит, мы идем сейчас на Тухлого. Ой, бля. Кто не дал лайн свободы Хаме? Вставай сейчас. Каба, вставай. Меня дисконнектнуло, сейчас схожу. Ладно, за Тухлого убьем без тебя. Регеньте ману, пока я добегаю. Кружок в квадрат. Сбегаемся. Сейчас стойду, на 2 секунды воды налить. Вася, быстрее побегай. Давайте, ставьте шкаф. Время еще есть. Кушайте рыбу. Сейчас дам. Хамба суманится сразу при стабах, лапу интеллект и каску. Все, он здесь, каску дали. ТБМ пошел. Разролим на ивенте первые шмотки. Миша, Киша, давай в Мелизону, все правильно. Лужа Мелизона. Человека блюет дистанцию, надо набрать лучше. Поклонская, подойди поближе в мили-зону. Угу. Лужа мили-зона. Звезду встали. Кинг начать дебаф. Лужи Мелизона в звезду встали. Я не знаю, как вы так не видите. Лапис Крестер Шамана, иди, милики, сжались, протопало. Давай, сакру. Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Можете не сбегаться. Мы не сбегаемся после меткой гнили. Сука, ты ремень повел? Глыба. Когда? После гнили. Можно собирать поранителей до полиса. Это что-то глифанул, блядь. Тапки. Хуй. Ты всегда был моим любимым. Большой и толстый. Молодец, что кто-то меня звал? Ебать, ты скромный. Так, ролим первые шмотки. Так. Мили кольцо с меткостью, ловкостью, на мейн, на офф. Кстати, да, сдайте квест. Так, ставьте шкаф плюс маним на Рексиса. Это не то, что вам надо. Или выиграл, дашь трейд звезде. Кольцо на хила. Ролим на мейн. На офф. Или это на Элема? На кого ты ролишь мейн спек? А что, на Лэлэлэ, что ли? Вижу. Квест так и не дали. Я звезде отбрал кольцо. Так, ну ладно, не нужны никому, это хлам. Шапка на танка, на мейн. Кинешь трейд, отдам. Так никто не знал. Колено Мелика. Квест не сдали, да? Да, я не посмотрел сразу, мне второго дебафа нет, почему? Ну, после профа, значит. Будет больше стимул вам не тупить. Это опять же, да, для меня стимул такой себе. Может, колье выпадет. И так, Вазар на зеленого, этого. Слизни кидают замедление. Лудик на красного. Чек на пол. Остальное скажу времени. Пей столик. Будем стопать дамаг на первой фазе. Поклонский пей стол. Начинай, Джерриан. Не прожиматься, на переходке прожмемся. Там не забудьте СС обновить, как я говорил. Уходим с лужи. Какую-то на чуму передай. Стопаем по профу уже. Стоп по профу. 6% у профа. Мелики в звезде стоим все время. Сейчас будем бить слизня. Звездочку устали. Уводи чуть профа. Все в слизняка играем. Сбегайтесь в череп. Бежали от луж. Череп сбежались. На расстоянии добились слизня. Базар передай чему. Переводим профа. Теперь можно прожиматься на слизнях. Так, на ком зеленый дебаф? К столу, в звездочку. Зеленого слизня мы бьем в задницу, чтобы потом откинуло в центр комнаты. Следим за звездой. Все, идем бить. Проклятие косноязычие на красного. Вешай всегда. Звездочку встали.
Звезды нет. Ничего страшного. Звезду встали все. Всех откидывает. И все в центр комнаты. Звездочку. Сбежались в череп. Смена цели красного сейчас будет. СДПР гимна ману. Сбежались. Ой, гимна ХП. Сбежались в череп опять. Все, продолжаем бить профа. Следим за пельменями, за колбами. Так, ты пел гимноману, кстати? Да, это сейчас говорю. Да, на ХП остался. А, хорошо. Отходим от заслуж. И нары заливать шаманом. Красные выходят, РВД в красного сразу переключились, пельмени. Отошли влево-вправо от них. Все, играем в красного. Лудик, ты этот кидаешь уже замедление на слизня? Я не посмотрел. Убьем сейчас красного, появится колба, 5 секунд. Или менее отбежали, лужи. Мелики отбежали от профа, сейчас будут колбы. Все, отбежали от колб, сейчас будет слизень. Становимся в звездочку. Кукукуася, молодец, в колбе стоишь, улетаешь. Стали в звездочку. Слизня играем. Сбежались в череп. Череп сбежались. Быстрее добиваем, сейчас лужа пойдет. На расстоянии добивайте РДД. О, не повезло так как, бля. Отбежали от пельмени, колба сейчас появится. Миша Киша поднимает Дарксона. Отбежали. На колбы не идти. Вставай. Сразу бафнули Фурика, приставав лапу каску. Так. Стоп по профу 5%. Стоп по профу. Не бить профу, прожимки оставляем на переходку. Все в красного играем. 3% до перехода. Лукуваси, передай чуму. Колба 1 секунда. Все, переводим профу. Лукуваси, передай чуму. Господи, ты смотришь свои дебафы или нет? На ком зеленый дебаф? В звезду встали. Лудик, передай чуму, давайте рост. Квазар, портанись сразу уже. Бьем зеленого слизня в задницу. Мелики в задницу, становитесь зеленого слизня. СДПР гимн отхил. СДПР гимн отхил, звезду отбежали мелики. Так, повезло нам немного, конечно. Спасибо большому дамагу. Колбы отошли. Ждем, пока проф сам пойдет. Забирай, Поклонский, забери. Могу диван дать. Отошли. Я заберу босса. Претаунт. Да, Кукуаси, без комментариев. Как обычно. Слушайте, я отойду, чай сделать. Где? Хан, включай скорость, идем на совет. Кто-нибудь сдайте квест. А, ханта нет у нас. Вячеслав, пожалуйста, помоги потанчить трэш. Ладно, идемте все квест дадим, кстати. Да. Бафаем Кукуасю. Созроль по какой-то шмот по дороге. Я не знаю даже. Значит, не засчитал, его еще никуда не сдавал.
Колье надо? Юля, надо колье? Да нет. Так, шапка никому не нужна. Колесо на РДД. Наверное, ты этот же хотел порулить. Я понимаю, почему ты это говорил. Так. Self-control выше. Идем на совет. Так, что там еще есть? Плащ на Милика с ловкостью. А ретрику этот плащ нормальный? Бис. Да, это бисовый на ретрику. А с гнилого тогда вот этот вот Сайван? Не. На успех. Плащ на мейн. Звездочку станешь. Я дойду 2 минуты бью. Кружок по колоске станешь. А Навары, какой там плащ? Его казал. А да, это дайвик. Дайвика какой? Пару это плащ там. Блин, у тебя на мейн какой спек? Танка рулишь или как? Хочу сворачивать РК. Значит, уходит Вару на мейн. Никто же на мейн его не ролил больше, то на офспек кидали линию сетру. Заберешь у меня. Шаманы надо. А, вот и силовой плащ, кстати. Паладин какой-нибудь, а дай? Да паладин с кораблей пойдет. На оф рольте плащ. На ДК плащ. Так, стопа сейчас поконтролим. Звездочку. Войд хил. Кружок из ДПР. Я череп, пошли контролить. Я пока не могу прочитать это заклинание. Покер, на какой ты спек ролишь? Ну ты на FDK, значит, рубишь, не понял. Он на АДК. Питкин, ты на какой-то спек рулишь? На АДК? Берешь плащ. Кольцо. Джирен, что ты вообще ролишь? Ну, кого? Какой спек? На РДК это бисовое, бисовое кольцо, вроде как. Там на мейн ты рулишь. Идем контролить дальше. Войд, звезда. Кружок. СДПР, пошли контролить.
Ну тебе это кольцо не надо будет. Чем тебе лишний ГП получить? Так. Плащ. Фурик. А, не фурик. Летник, кот, рога. Чё, фурики тоже некоторые носят? Ну, ПВП, да? Ладно, забудешь. Того же Шанрана этот плащ на фурике. Может, поэтому и не дамажит. Такой сгнило, что ли? Я одевать фурик на плечо. А чё, печеньку? Плащ бисовый. Гляньте на него в пояс. Прям затупил. Бисовый пояс ролим. Валера, гариш. Ладно, чиним его будет. Это Питкин плащ силовой ролил, да? Кольцо Джерио. Ну да, все верно. Поднимайте мэр от газа, ставьте шкаф с умонем Питкина. Что я тут? Пинка, которого звали. Вау. Тут в моме БУЕ лежит. Где? Рыбу дайте, пожалуйста. Кого? Рыбу? Рыба. Глыба? Кушать рыбу. 15 секунд кушаем и пол. Но пула нету, следим за агро. Я лично не буду бить. Буду бить такого мара точечно. Крест. Идем запускать. Да, Бохом крест, дай. Думали, что одолели нас? Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь... Станцию набрали все. Будет двоих. Будет КЗ. Талдорама. Апис, не бей. Не бей никого. Дистанцию набрали. Попросил же, на пула нет. Ты звездопад, наверное, включаешь. Теперь, наверное, можно бить уже. Поклонский, подойди к нам поближе. Давай, короче, дадим рост, и все милики будут бить келя. Если что, я каплю, дам, прожмешься. Идемте бить келя все. Кинетика падает. Падает, сейчас упадет кинетика. Ну, блин. Забыла бы сказать, что Престей держит кинетику. Держи каплю.
Блин, даже через 6 секунд каплю на Токонского. Уже можешь не давать. Талдораму все играем. О, вихрь возле Талдорама. Блин, ну помогите с кинетика, а? Подбивайте кинетику. 4 приста в рейде. Чё? Катушку никто не хочет. Я хочу её, поэтому и 2 держу. Третью не могу. Давай тебе дадим катушку. Даже я сама там стоял, хотал прямо над головой, как этот сверху. Там и ДК. Мы эти 15 набрали, вихрь. Все, бьем дальше. Клок, не двигайся, 16 стаков. Последний вихрь. Разбежались. А, 5 келли тут. Сакрифайс, дай гимн отхил. Выбивайте келем уже. Прольется, я чаша полна. Моя королева. Они идут. Блин, я все время бил АОЕ печати. Вот, лево моба контролишь этот СДПР, право. Контролите людей. Мобов, точнее. Все, ушли оттуда. Давай, стан по везде, блин. Поклонский по кружочку. Играем в метки. Кольцо льда дали. И играем в метки. Фулл стан в метки. Куда я сейчас умру? Да, походу, да. Так, метки, кружочек добить. Не забывайте волшебный поток юзать по КД на этих мобов. Так, мы походу уже минуту бьем трэш, пока я не кинул заново.